вас честь и гордость народа, богатые недра, леса и поля. Наш край трудовой, наша жизнь и свобода, навеки хранимая Богом земля. Аплодисменты нам больше заканчивается в его команде. А мы дайте микрофон второй дай. По-хорошему. Я два раза не повторял. Еще не знаю, как я его провоцирую и что я ему предложу. Но я думаю, что если вы поддержите, значит мы все вместе одолеем. Я хочу поблагодарить вас, что смогли к нам приехать.
Хотел бы поблагодарить вас, Виктор Петрович. Вас, каждого из вас. Вы понимаете, кто мне скажет, что нет волшебства, я в это не поверю. Вы все волшебники. За этот промежуток времени мы с вами сделали так, что мы с вами вместе рады, вместе печалились, вместе грустили. Вы подняли выше те чувства, после которых хотелось идти в бой и рвать врага. Вы родились на этой земле. Вы знаете этот край, вы знаете это просторы, эти степи. Поверьте, мы достойные дети. Мы не уроним ни перед вами, как перед самым нашим известным земляком. Донбасс никогда никто не поставит на колени. Пока мы живы, этого не допустим. Мы уверены в этом, мы все-таки. Народный артист Советского Союза.